Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Вот сегодня сделал покупочку в магазине по совету бывалых моделистов. Купил вот такое средство септическое. Для чего я его буду использовать? А его я буду использовать для чистки и мойки аэрографа. То есть все время пользовался томиевскими средствами для промывки аэрографа, но, как все знают, они довольно-таки и дорогие, и запах у них немножко сильный, что не сильно поработаешь в квартире, когда маленькие дети. И вот мне ребята посоветовали вот такое средство. Купил и прочитал состав. Действующее вещество – спирт этиловый, 96%. 300 миллиграмм содержится в полмиллилитрах. Также вспомогательные компоненты. Спирт изопропиловый, бутандиол, ланолин и отдушка лимонная. То есть средство имеет очень хороший, приятный лимонный запах. И очень хорошо моет и отмывает акриловые краски и акриловые лаки. Такой удобненький дозатор. Вот сегодня лакировал пантеру и заодно проверил на промывке аэрографа. Очень хорошо выдувает. Очень хорошо моет краску. Мне средство очень понравилось, и по цене пол-литровая бутылочка чуть меньше $2 стоит. А если брать литр, то оно получается, цена литра ровно $3. Что сами, да, посчитайте, когда берем томиевские средства, то очень хорошо обходится это в копеечку, когда пользуемся только томиевскими или другими какими-либо агрессивными растворителями. Вот. Запах очень приятный, лимоночкой пахнет. Вот специально даже подгрязнил аэрограф, чтобы показать, как работает данное средство. Но сразу что хочу сказать. Посоветовали меня покупать, конечно, только вот это вот средство, никакие более другие аналоги. Не знаю почему, не пробовал. Пошел, купил в аптеке его. Вот. Смотрите, как оно капнуло на краску, как оно начало растворять красочку. Буквально протер салфеткой, очень хорошо сходит. Вот тут даже следы немножко от старого лака. Очень хорошо оттирает. Все осталось, вся краска осталась на салфетке. Поэтому мне очень понравилось. Хочу даже со временем попробовать развести краску от фирмы Tamiya и посмотреть, может, даже это средство и будет разводить краску. Продается у нас в аптеках. Это средство можно в аптеках приобрести. Говорю, довольно-таки дешевое. Поэтому, ребята, покупайте. Средство действительно проверил. Акриловую краску и лаки очень хорошо очищает. Спасибо за просмотр. Может быть, кому-то помог своим видео данным. Вот такие вот бутылочки. Ну, смотрите мои следующие части по постройке моделей. Спасибо за просмотр. Всех благ вам и вашим близким, друзья.